Кутабы – блюда азербайджанской кухни. Готовят их с различными начинками, я сегодня поделюсь рецептом, как приготовить кутабы с творогом и зеленью. Если вы любите лепешки с начинкой, то непременно рекомендую попробовать этот рецепт. Кутабы готовятся с сыром, картофелем или творогом, но получается всегда безумно вкусно. Попробуйте. Мука – 1,5 столовые екона. Вода – 110 мл. Растительное масло – 4,5 столовой ложки, 3 st/л. В тесто – 1,5 st/л, для раскатки. Творог – 200 грамм. Чеснок – 1-2 зубчиков. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Количество порций – 6-8. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, воду, масло и соль. Замесите мягкое тесто и дайте ему отлежаться при комнатной температуре 20-30 минут, накрыв полотенцем. Творог переложите в глубокую миску и разомните его вилкой. Добавьте рубленную свежую зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и молотый перец по вкусу. Хорошо все перемешайте. Начинка готова. Разделите тесто на 6-8 частей. Каждый кусочек раскатайте на смазанной растительным маслом поверхности в форме круга, толщиной не более 2-3 мм. Ближе к одному краю выложите творожную начинку. Защипните края любым удобным способом, я делаю это при помощи вилки. Обрежьте излишки колесиком или краем блюдца. Жарьте кутабы в сухой сковороде на небольшом огне под крышкой. Горячие кутабы по желанию смажьте сливочным маслом со всех сторон. Кутабы с творогом и зеленью готовы. Приятного аппетита!